Будете сюда. Да, продолжаем распаковку. Это какой-то следующий день. Я буду распаковывать. Давай. Короче, я не помню даже, что пришло. Мне должно прийти два гаджета, но они электронные и для машины. Это и есть этот гаджет. Я только что смотрел, он не должен был прийти сегодня еще. Они постарались, опс. Блин, класс. А этот с какой-то штучкой еще. Короче, только что мы стояли в Walmart'е. Я сейчас расскажу. Мы только что стояли в Walmart'е, сдавали компьютер, потому что, ну, как я вам и говорил, на Амазоне он стоит дешевле. В общем, в Walmart'е он стоил $169 плюс $21 налогов, итого $190. А на Амазоне я его купил за 160 и получилось там 26. Нет, первый я купил дороже, мы не стали его сдавать сейчас. Сейчас мы вот специально откроем Амазон, посмотрим, чтобы не быть голословными. И уточним. Дело в том, что сегодня на Амазоне идет Prime Day, который продолжается. Сегодня это уже заканчивается первый день, а вообще он будет продолжаться 3 дня. И, значит, вот первый компьютер я купил до начала этих Prime Day. Он стоил $179.99. Получается на $10 дешевле, чем в Walmart. И сейчас начался Prime Day, и я купил второй такой же компьютер за... Надо открыть... 163.99, по-моему. Да, ты объяснял повторение. Просмотреть ордер деталей. Сейчас я открою. Я его купил за 169. Вот тут написано. А, нет. Это потому, что ну, я там какую-то... Ты, наверное, купон какой-то используешь. Да. 163.76. 106... Это его типа, говорят, снова купил. В общем, я его купил за 163... А, нет, за 160... Короче, система сложная, извините. Типа он стоит 169 сегодня. Но так как Prime Day, как мы члены... Этого кружка. Прайма этого, короче. Для нас скидка $24.01. Потом они какую-то делают накидку. Потом еще одну накидку, в результате он получается $163.76, что, конечно, дешевле, чем 190. Поэтому мы, не распаковывая тот компьютер, вернули в Walmart, деньги вернулись на карточку, мы тут же купили новый, и сейчас мама его будет тестировать и будет покупаться, наверное, еще один, он уже лежит в корзине. Ну, мама особо не хочет. А это, ну, маме надо. Мама любит планшет. Мама пользуется планшетом iPad, по-моему, второго поколения. Ну и что? А нет, четвертого, блин, это я заворот. Четвертого поколения. Он, конечно, уже тупит, тормозит, а ей надо, как студенту, работать быстро, качественно и надежно. И, в общем, вот стоим мы в Walmart'е, чтобы сдать этот ноутбук. И нам приходит звонок в дверь. И мы не понимаем, что это за звонок. И я быстренько думаю, да, я посмотрю, может быть, какая-то доставка пришла. Смотрю, мне должно прийти было 2 электронных гаджета. Это вот эти вот 2 таблички. И еще одна, я покажу ее попозже. Это бегущая строка, грубо говоря, в машину. Тоже я покупаю ее. Там написано, что она даже близко не на почте. И вот мы приехали домой. И... Короче, AliExpress работает с опережением. Ну, в общем, долго рассказывать не буду. Это вот такая вот модная табличка Uber, как вы видите. Ею уже уберщики пользуются давно. Мне она очень не нравилась, потому что, когда ее ставят под белое стекло, она очень ярко светит, и надпись не кажется... Ну, она как-то шильно выглядит, на мой взгляд. Но потом я случайно увидел эту надпись под тонированным стеклом. И это, в общем, бомбически Красиво. Выглядело. И поэтому, как я вам говорил, уже было вот это вот на Али какая-то неделя там суперсейлов. А нам надо было проюзать каждую карточку, потому что мы немножко лошары в этом плане. Мы не слушались старших, которые нам говорили, юзайте карточки, иначе их могут закрыть. И, в общем, сегодня вот Маришкину карточку от Capital Bank успешно закрыли с уведомлением, что вы не пользовались своей картой 3 года, мы ее закрываем. Ой, мы такие подумали, да на вас. Ну, откроем новую.
Ну просто обидно, блин. Вообще все в Америке делается четко. 10 предупреждений, и только потом контрольный выстрел. А тут на тебе, блин, мы вас закрываем. Откуда? Потому что они мне что присылали, а я не смотрела. Вот. Занят. Ну и в общем, вот эти вот две безделушки, они обошлись там что-то по $1.5. Одна вроде вот это вот $1.5 я купил просто с проводками, без вот этой вот примочки для прикуривателя. А это такая включил-выключил. Я взял одну такую, я их две сконнекчу. Сконнектю. В пару. Одна будет стоять впереди под тонировочкой, другая сзади под тонировочкой. Все будет красиво, все будет нарядно. Вот, они будут светить синим цветом. Покажу на машине, сделаю фотку. Я думаю, что к тому моменту, как я буду выкладывать ролик, я уже их поставлю и сфотографирую, добавлю, чтобы дома тут не запариваться с этим, смотрю, паечку. Не запариваться с блочком. Вот, пришла такая посылочка. И еще покажу бегущую строку, о которой я думал года два назад. И она появилась на Али с распродажей по хорошему ценничку. Дописка. Увидимся. Следующий день. Продолжаем распаковку китайских товаров с AliExpress. Вот здесь я подозреваю и представляю, наверное, что пришло, а вот здесь не представляю. Сейчас буду аккуратненько это открывать. И мы узнаем, что здесь. Чтобы не порезать это. Просто понятия не имею. Не понимаю, что здесь такое может быть. Это пришло для того, кто не захотел участвовать в распаковке. Котейка! В общем, это стикеры, наклейки, я даже не знаю, как это правильно назвать. Вот такие вот модные штучки. Они наклею. Это будет Маришка клеить, наверное, на штанишки. В общем, это вот такие вот цветочки-василечки. Хорошо, что я не резанул, а то бы мог порезать. Вот, они будут клеиться утюгом. Не знаю, вот сейчас на столе они видны. Антошка, глянь, видны они или не видны на столе, как лежат. Вот. Поэтому Маришка пропустила свою распаковку, значит, значит, ей отдавать не будем. Так, а это уже можно? Будет мое. Ну, здесь, честно говоря, ничего интересного нет. Здесь вот такие наклеечки уберем. USB-шные удлинители. Стоили они сущие копейки, там что-то по 50 каких-то центов. Вот такие вот 1.5-метровые. Опа. Мама, папа. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 штучек. Это мне в машину для удлинения зарядных кабелей, для телефонов, для пассажиров, для заднего ряда. Еще должна прийти одна интересная электронная штука. Ждем, она придет. Посмотрим ее, и тогда уже будет наша упаковка. Продолжаем нашу мега распаковку с Алиэкспресса. В общем, пришло вот два товара, потому которые дошли были дойти, и одна замена. Поехали. Потому что очень маленькая. Это очень маленькая лампочка. А вдруг там что-то маленькое? Нет, твою уже мы распечатали. А вдруг еще мою что-то? Ты же ничего не заказывал, к твоему может прийти. Нет. Какая-то. Короче, вот эта вот маленькая лампочка, мне уже не нравится, что она очень короткая, потому что я заказывал 37 миллиметров. Тебе не кажется, что это 37? Это не 37. Мне не кажется. Антош, принеси, пожалуйста, линейку. Ну, дай-ка здесь шуфлядки посмотри. В общем, это лампочка в задний фонарик, когда открывается багажник, она должна загораться. У меня все лампочки стоят синие. И вот эта вот лампочка должна была загораться синим цветом. Но я боюсь, что она не будет загораться, потому что она не подойдет по длине. Поэтому придется делать замену, как мы сделали замену вот с этим. Ну, сколько там? Ну, она 27. Ну, не 37. Да я вижу, что нет 37. 37. В общем, она 3 сантиметра. Скорее всего, я думаю, сейчас мы будем писать, чтобы была замена.
В общем, по размеру лампочка вошла, но свет она излучает, видите, такой, я бы сказал, что он больше, ну, белый-холодный не скажешь, но он такой голубоватый. По сравнению с теми лампочками, которые в салоне стоят, она, конечно, намного бледнее. Вот, ну, ничего, светит. Будет время, поменяю на такую. У меня просто есть светодиодные ленты синие. И вот уже две лампочки сгорели, которые стоят впереди и сбоку. И я просто взял туда, поставил светодиодную ленточку, и не надо покупать лампочку. А лент я купил как-то на распродаже целый пук, поэтому мне их просто девать некуда. Так вот горит фонарик, в котором стоит светодиодная лента. Я ее просто обрезал, оставил три лампочки. И получается вот такой свет. А здесь вот просто один светодиодик. Здесь одна светодиодная лампочка. Это раз. А вот это вот пришла замена. Ну, выглядит как... Выглядит еще меньше, чем запчасти терминатора. Вот, ну что кривое, смотри. Вот. Давай я буду открою. Давай. В общем, я заказал подставку. И подставка, в общем, ничего себе не упаковали. А. Они тебе поменяли, походу, какую-то часть. Они, походу, прислали, блин, я думал, они пришлют целую подставку. В общем, подставка пришла, вот эти резинки были отклеены. И они не приклеивались, и, в общем, это был конкретный дефект. Ну это логично, зачем они тебе целую менять, они тебе поменяли бракованную деталь. Я ожидал, что мне пришлют вторую подставку. Подстава. Ну, я хотел вторую подставку. Ну ничего, короче, вот такая хорошая замененная штука пришла. И теперь вот самый интересный гаджет. Здесь надо, наверное, ножичком. Аккуратно. Убери мусор, а то вдруг плохо видно. В общем, это машину я заказал для работы. Я в машину, походу, все для работы заказываю. Но она запечатана очень, конечно, классно. Штука эта стоит, по-моему, что-то там $51. Копеечками. Ну, в общем, будем считать полтинник. Запечатано очень классно. Очень интересно было с номером отслеживания посылки. Когда в один прекрасный момент я посмотрел, мне посылка, вернее, посылка, ну, сайт сказал, что посылка доставлена туда, в Австралию, по-моему. Mm-hmm. Я написал ему, он говорит, ничего страшного, это неправильный номер, ваш номер такой-то. Я говорю, зачем вы мне его прислали? Он говорит, это европейский номер, у вас другой номер. В чем фишка, я не знаю, как классно отклеилось. В чем фишка, не знаю, но в общем он дал другой номер, по другому номеру все отслеживалось по-другому. И в общем оно пришло. И вот. Сейчас. Здесь отстроено, а что это? Да откроем, я не знаю, что это потом. Может это подарок. Это, наверное, подвесное, может, устройство, но почему? Может, это подарок. Неизвестно, подарок, да, подарок. Так, ну это в принципе две такие присоски. Молодец, откуда ты знаешь? Которые присасываются и ее держат. Ну, потому что я видела такие присоски у тебя уже на какие-то... Примеры. Держалки. Две вот такие присосочки. Короче, эта штука будет подвешиваться на присосках. А называется это простыми словами, скажем так, бегущая строка. Вот здесь вот вы видите, можно на ней будут всякие буквочки. Такую бегущую строку вы могли наблюдать, ну, в любом учреждении, там, в банке... Как настоящий автобус. В аптеке, в этом самом, я не знаю, там в... Да, в автобусе они теперь есть и снаружи, и внутри они уже давно есть. И, в общем, я об этом мечтал. Вот так вот в коробке это лежит все. Я об этом мечтал года два назад, и вот появились на Алиэкспрессе. Ну, можно было взять еще длиннее, но там цена возрастает в геометрической прогрессии. И я думаю, что мне будет этого достаточно. В общем, вот, собственно, она сама. Я просто подумал, что длиннее для машины уже будет очень длинно. Хотя, может быть, если я созрею, то... А это мы где? Это будет наружу, блин. А... На входе в дом? Да, на входе в дом. В общем, вот это светодиодное полотно такое. Оно будет гореть синими светодиодами. Тут вот, значит, какие-то кнопочки есть. Потом я расскажу про них поподробнее. И без очков я не вижу. И солнышко нарисовано. А, ну это яркость. Вот здесь бегают вот такие штучки, которые можно будет закрепить.
За них будут цепляться вот такие вот замечательные, почему-то одна цепочка, я не знаю, зайка, почему. Ну, она, наверное, потому что вот так будет. А присоски как имеются в виду тогда? Как будут цепляться, как за них, как цепочка должна цепляться за присоски? Вот сюда вкрутиться. А, нет, вот присоски, наверное, вкручиваются так вот я сюда. Тебе и говорю, да. То есть вот можно вот либо вкрутить присоску вот сюда, ну, я покажу потом, либо на цепочке. Ну, я думаю, что, скорее всего, она будет просто на присоске. На цепочку у нас сверху две листы. На, как в магазине. Возможно. Вот. Есть диск для нее, но она как бы идет у нас с Wi-Fi, и с телефоном она будет коннектиться без диска. Без диска. То есть диск для компьютера, а телефон по Wi-Fi она будет коннектиться. USB-провод, такой кубик модный, симбиоз Samsung с iPhone. Вот. И что? Вау! Та штука, которая нужна мне в машине была, у меня уже столько их натыкано, и вот вчера я вставил последнюю, и мне хватает, но вот это вот на будущее очень хорошо. Так, ты вот сюда не бросай, стекло запись, это очень сложный гаджет. Все, в общем, я его, видимо, установлю, и уже обзор его, ну как обзор, просто покажу, как она работает прямо уже из машины. Ну, вот так вот работает бегущая строка. В общем-то, получилось. По длине она довольно-таки нормальная. Длиннее даже больше и не надо. Поставил я ее на присосках. Закрепил там, где... На стекле, короче, на люке. Вон, видно, она на присосочках стоит. И все. И очень даже неплохо. Вот. В общем, штука интересная. Я о ней давно... мечтал, как я сказал, она и короткая. Так случилось, что друзья китайцы это все сделали. Ты считаешь, что короткая, да? Да я ничего не считаю, Зай, главное, чтобы тебе нравилось, по мне так. Ну, мне бы, конечно, хотелось, чем больше слов влезет, тем лучше. Ну, это же бегущая строка. Ну, буду читать. Да? Будет хорошо, я думаю. А, тут видишь как? Вот, тут такие подвесы есть для цепочки отдельно, а это отдельно, то есть на выбор. Либо так крепишь. Ну, в общем, разберемся. Главное, чтобы, так сказать, все это хорошо коннектилось и красиво работало. А уже подвесить это дело уже, варианты есть. Все, надо положить такую вот штучку, чтобы лежала, не давилась. Ну вот, на этом влог мы заканчиваем. То есть все посылочки наши пришли, которые шли в рамках... Прокачай свои кредитные карты, потрать хотя бы $1, чтобы тебе не закрыли карту. Все, вы были на канале «Наша жизнь в Америке». New Life is My Life. И увидимся в интернете в новом влоге. Пока-пока. Bye-bye.